сейчас мне его сделают. Ну что ж, мой коктейль уже готов. Идем теперь дальше. К бассейну. Итак, я сейчас возле бассейна, сижу здесь, загораю. В общем, уже наплавалась вместе с Ваней, плавали. И смотрите, мне принесли вот коктейльчик мохито. Пью коктейльчик, очень холодный, классный. Как раз то, что нужно сейчас. В общем, здесь людей очень много, очень жарко. Жара просто невыносимая. Вообще, я уже кремом намазала, чтобы не сгорело лицо. Вот еще нужно тело все намазать. Сейчас уже включили музычку, в общем, здесь будет такое диско-пати. В общем, здесь очень круто. Вот, надо шляпку свою надеть. Так. О. Очень классно. Здесь уже почти никто не купается, уже все наплавались. Ладно, буду дальше пить свой коктейльчик и отдыхать. Смотрите, какое себе сделала флеш-тату на ручке. Вот здесь вот. Очень классно. Итак, я сейчас в номере, сходила, приняла душ после бассейна, немножко от солнца, от жары отдохнула, подзарядила телефон и сейчас иду уже на обед. Вот, так что вас тоже беру с собой. На обед себе взяла много разных овощей. Здесь у меня идет овощной салат обычный с капусты, вот, зеленые листья, огурчик, помидорчик, там укропчик еще. Дальше взяла морковку, помидорки черри. Здесь у меня буряк идет и курочку взяла, а это кускус с зеленью. Вот, так что вот такой вот у меня сейчас будет обед, очень вкусный. И потом я пойду, хочу пофотографировать, поснимать еще немножко и пойду к бассейну. Море, наконец-то к морю добралась. Не знаю, буду ли купаться или нет, что-то мне не сильно хочется уже купаться. Я сегодня в бассейне уже наплавалась, накупалась, но ножки точно помочу. Я хочу пройтись по пирсу, прогуляться. Как же здесь красиво. Здесь так ветерок, прохладно, не знаю, слышно меня или не слышно. Вау. Ветер с моря такой приличный дует. Здесь очень классно. Очень круто здесь, очень-очень мне нравится. Здесь вообще нереально классно. Такой вид. И вид шикарный. Посмотрите, полностью вид на отель. Вообще очень классно. Здесь очень многие купаются, загорают. Именно возле этого пляжа, на песочном пляже. Но я не сильно люблю песочные пляжи, потому что песок везде потом залазит. Нужно постоянно его смывать, мыться после него. Обалденно, здесь домики шикарные. Я вам сейчас покажу. Вот.
Классно, здесь можно компанией отдыхать, здесь мягкие сиденья, столики есть. Очень здесь очень круто, можно компанией будет прийти сюда посидеть. Да, пирс здесь очень классный, вода чистенькая, людей много здесь прыгают. Сейчас заснимем, как они будут прыгать. Шикарный отель, огромная территория. Это один из самых больших отелей на всем Кипре. Здесь вот возле берега находятся очень красивые такие вот домики, в которых можно тоже сидеть, отдыхать, загорать. И повсюду здесь диванчики, столики, эти лежаки, в общем, посмотрите. Шикарно вообще, так надо здесь сфотографироваться. В лобби принесли разные вкусняшки, и сейчас вам покажу, что здесь подают. Вот такие вот разные сладости. Угу. Это что-то интересное, вот даже брауни есть, мармеладки разные. Даже не знаю, может взять что-нибудь попробовать. Итак, ну что ж, я сейчас собралась уже на ужин. Сейчас вам покажу. Сделала макияж, причесочку, заплела вот такие вот косички. Такая девочка-девочка прям с косичками. Давно я не заплетала косички, и тут что-то решила убрать волосы, потому что с волосами очень жарко. Здесь просто невыносимая жара. Поэтому я убрала волосы, потому что все время шея мокрая, и здесь, в общем, очень сильно жарко с ними. Итак, надела свое платьечко, сумочка, босоножки. И сейчас уже буду идти. Надо карточку не забыть. А куда я дела чехольчик от карточки? Я ношу карточку в чехольчике всегда, чтобы... Ага, вот, вот такой вот чехольчик для карточки. Итак, идем... Идем. Картины у нас тут такие интересные. Сами открывается. Так, я же не сказала, куда я иду. Я иду сейчас на ужин. Вот, сначала пойду к ребятам, найду всех ребят, потому что я долго была в номере, пару часов так точно. Вот, и у меня в номере не было интернета, я не знаю, где кто находится вообще. Нужно, в общем, найти ребят, найти интернет. Ну, найду интернет, понятно, найду всех, спешусь. Или позвоню.
Вот, и также пойду на ужин. Вот, уже время ужина, уже 6 или 7 часов. В общем, пойду поужинаю. Ну и вам заодно что-нибудь поснимаю. Так, пришла сейчас в ресторан на ужин. Как можете видеть, вокруг очень много людей. Прям очень-очень много. И там еще очень много людей. Взяла себе сегодня на ужин, так, кокос, рис, овощи. Здесь у меня микс, там брокколи, морковка, огурчик, помидорчик. Также взяла курицу, курицу уже нарезанную и курицу куриную ножку. А у Вани что? У Вани супчик какой-то, суп-пюре, рыба на гриле и, так, муха и огурчики. Вот. Так что приятного аппетита, буду сейчас кушать. Ну давай. Давайте. Я еще немножко вам буду математику. Да. У нас четверо. Вероятность, если никто не скрывается, доктор, все доктор. Не скрывается один доктор, вероятность. О! Мирно выглядит уже 66%. Заснимаю. Вообще, почти. Почти туда, почти сюда. Либо 50. В правую сторону крути. 6 на 30. В правую, да, выкручивай. Да. А что, они прям... Короче, речь вот давай GPS. Оля, что, Вася проверил Максима. Вася проверил сюда.